Итак, новые американские санкции против России чудесным образом могут затронуть и крупные европейские, в частности, немецкие компании, которые в силу собственной бизнес-заинтересованности участвуют в строительстве газопровода Nord Stream 2 из России на запад континента. США собираются наказывать немцев вроде за то, что Крым наш, но на самом деле подоплека меркантильна. Американцы делают все, чтобы заменить на рынке Европы газ из российской трубы своим сжиженным в баллонах. Однажды, кстати, они это уже провернули в Японии. Если помните, то после аварии на атомной станции американской постройки «Фукусима» Япония со страха остановила все свои атомные реакторы. Их там было 54. Случилось все в 2011-м. Для третьей экономики мира тогда это был жесткий вызов. Тем не менее, энергию надо было откуда-то брать, а тут как тут американцы со своим сжиженным газом. Но ведь дорого очень. Вот японцы и задумались над новой энергетической стратегией страны. Совместно с Российской академией наук разработали они тогда проект подводного газопровода от Сахалина вдоль японских островов, используя опыт Nord Stream. Вашингтон категорически против, пуганул санкциями. Вот японцы до сих пор и гремят баллонами сжиженного газа из США. А то бы сейчас по трубе получали куда дешевле. Но американцы не захотели терять рынок. Примерно то же самое США теперь хотят осуществить и в Германии. А что? Ведь именно эти две страны, Япония и Германия, мировые лидеры по числу военных баз США на своей территории. По сути, оккупированные государства со времен Второй мировой, суверенитет которых ограничен волей и военной мощью США. И зачем Германии русский газ из трубы, когда лучше он будет американским, пусть даже из баллонов и дороже? А Трамп Германию и за НАТО заставит больше платить. Да еще и свой газ ей втюхает. Мастер сделки. При этом США рассчитывает на традиционную покорность Ангелы Меркель. Та, конечно, уже робко заявляет, что Европе пора встать на собственные ножки, но силенок ведь пока маловато. Другое дело, если бы с Россией у Евросоюза были нормальные отношения, тогда и баланс сил был бы иным. А так ввязались в пустые санкции, а потом сами на них же и напоролись. Не только со стороны России, но теперь и со стороны США. Ничего не скажешь. Красиво. Итак, новые американские санкции против России чудесным образом могут затронуть и крупные европейские, в частности, немецкие компании, которые в силу собственной бизнес-заинтересованности участвуют в строительстве газопровода Nord Stream 2 из России на запад континента. США собираются наказывать немцев вроде за то, что Крым наш, но на самом деле подоплека осуществить и в Германии. А что? Ведь именно эти две страны, Япония и Германия, мировые лидеры по числу военных баз США на своей территории. По сути, оккупированные государства со времен Второй мировой, суверенитет которых ограничен волей и военной мощью США. И зачем Германии русский газ из трубы, когда лучше он будет американским, пусть даже из баллонов и дороже? Подводного газопровода от Сахалина вдоль японских островов, используя опыт Nord Stream. Вашингтон категорически против, пуганул санкциями. Вот японцы до сих пор и гремят баллонами сжиженного газа из США. А то бы сейчас по трубе получали куда дешевле. Но американцы не захотели терять рынок. Примерно то же самое США теперь хотят сильно. Американцы делают все, чтобы заменить на рынке Европы газ из российской трубы своим сжиженным в баллонах. Однажды, кстати, они это уже провернули в Японии. Если помните, то после аварии на атомной станции американской постройки «Фукусима» Япония со страха остановила все свои атомные реакторы. Их там было 54. Случилось все в 2011-м.
Для третьей экономики мира тогда это был жесткий вызов. Тем не менее, энергию надо было откуда-то брать, а тут как тут американцы со своим сжиженным газом. Но ведь дорого очень. Вот японцы и задумались над новой энергетической стратегией страны. Совместно с Российской академией наук разработали они тогда проект